Беременная любовница Киркорова накинулась на ошеломленного Малахова. Москвичка Светлана Софиева пришла на ток-шоу «Прямой эфир» телеканала «Россия-1» с сенсационным заявлением. Она ждет тройню от Филиппа Киркорова. 52-летний бизнесвумен требует от папкороля 200 тысяч долларов на оплату медицинских расходов. Светлана рассказала, что познакомилась с певцом много лет назад. Долгое время Софиева была только поклонницей, посещала все без исключения концерты кумира. Как-то раз случайно столкнулась с Киркоровым в японском ресторане. Вечер закончился в номере роскошного отеля. После бизнесвумен и поп-король стали пересекаться регулярно. Влюбленные всегда встречались в одной и той же гостинице. Женщина пригласила съемочную группу в номер, где, по ее словам, предавалась любовным утехам с Киркоровым. Софиева сообщила, что сама уговорила кумира подарить ей ребенка. Я попросила его о малыше, потому что чувствовала, что он начал любить меня глубокой любовью, вспоминает Софиева. По словам москвички, Филипп, узнав о беременности, испугался и перестал выходить на связь. Светлана несколько раз просила певца о личной встрече. Он и его охрана, они ни разу не дали мне такой возможности, посетовала она. Софиева подала на поп-короля в суд, также написала официальную просьбу на проведение ДНК-экспертизы. Она требует от короля эстрады оплатить ей роды стоимостью 200 тысяч долларов. Женщина отметила, что не бедствует. Светлана вовсю готовится к появлению малышей. Она скупает брендовые коляски, ползунки от именитых дизайнеров и детские игрушки. Подготовила детскую в своей 250-метровой квартире в центре Москвы. Бизнесвумен прошла проверку на детекторе лжи. Полиграфолог обработал результаты исследования и сообщил студии, что дети, которых ждет 52-летняя женщина, не от Филиппа Киркорова. Софиева лжет, когда утверждает, что вступала в интимную связь с артистом. Также Светлана вместе со съемочной группой посетила клинику. Ей сделали УЗИ. Врач констатировал, что беременности нет и в помине. Огромный живот женщины обусловлен некой патологией, которую Софиева не дала рассмотреть. Заявление медиков взбесило бизнесвумен. Она вскочила и пригрозила Малахову судом. «Снимки с УЗИ у меня. Вы его подговорили, как сказать на камеру, когда меня вывели в коридор. Я сейчас никуда не уеду, на любые вопросы отвечу. Я иду, чтобы вызвать уголовную полицию», – набросилась на шоумена женщина. После Софиева покинула студию. Малахов отметил, что за время своей карьеры впервые столкнулся с такой историей. Зрителям пояснили, что у Светланы Софиевой редкое психическо-физиологическое состояние – ложная беременность. Женщина пребывает в уверенности, что беременна, и даже по-настоящему переживает симптомы, присущие положению.